Здравствуйте, Марья Васильевна. Здравствуй, Андрюшенька. Марья Васильевна, я вас, знаете, чего хотела спросить? Вот, например, воробей от рыбы произошел? Не знаю. А кто это тебе сказал? Мне мой брат сказал, Миша, что воробей произошел от рыбы. Только он давно произошел. Еще когда вас на свете не было, еще когда наша бабушка маленькая была в каменном веке. Ах, видишь ли, Андрюшенька, есть такое предположение, что когда-то птицы произошли от пресмыкающихся. Вот когда ты пойдешь в школу, тогда ты все узнаешь. А сейчас тебе это будет трудно понять. Конечно, мне трудно, и Миша даже тоже трудно. Марья Васильевна, знаете, ему ведь за этих пресмыкающих даже дисциплину снизили. Да что ты, да как же это может да, быть? Да, как, Марья Васильевна, ведь они ему так понравились. Он над ними весь урок хохотал, прямо как грудной ребенок. Ах, вот видишь, разве можно на уроке смеяться? Вот в следующий раз он будет внимательнее. Конечно. Скажи, Андрюшенька, а что же тебе подарили в день рождения? Мне папа подарил детский календарь, а мама подарила арифметическое лото. Только оно очень трудное, в него и нельзя играть. А папа говорит, ну ничего, в выходной на свежую голову разберемся. А бабушка подарила нам 2 стаканчика. Красивые. Мне и Миша одинаковые. Миша, открой коробочку. А там 2 стаканчика. Совсем одинаковые. Только мой сразу упал и разбился. Ну, откуда же ты знаешь, что твой упал, раз они такие одинаковые? А может быть, это Миша? Нет, мой. Миша сразу сказал, смотри, Андрюша, твой стаканчик разбил. А может быть, все-таки же он и от рыбы произошел. Это кто, Андрюша? Да воробей, Марья Васильевна. Или он от пересмыкающих. Я когда в школу пойду, я там все-все узнаю. Ну, конечно, Андрюшенька. До свидания, Марья Васильевна. Я тогда вам расскажу, если он от кого произошел.